Шалом, миряне, с вами снова Женя из Израиля, и это небольшой лайфхак от меня на тему резекции желудка и похудения. И есть очень часто проблема, которой сталкиваются все, буквально все наповал мои друзья, и я тоже с ней столкнулся. Вот ты делаешь операцию, да, все круто, сделал операцию, худеешь, 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 ничего не ешь, вес, и вдруг, примерно через месяца 3-4, бум, ты встал, вес не идет вниз, а иногда даже поднимается наверх. Мой лайфхак на эту тему. Все очень просто. Я сразу побежал в панике к врачу-диетологу. Говорю, что такое, я сделал операцию. Я, блин, не могу похудеть. Я же ничего не ем. Да реально, ну сколько, ну через 3-4 месяца ты ничего не кушаешь после операции. Там полстаканчика и все. В прошлых видео я это показывал. Что делать? Одно естественное, простое решение. Не делайте ничего нового. Ваш организм зашел в стресс. Он понял, что какая-то проблема есть, что у него все уходит, он начинает входить в панику, что делать, чуть начинает все всасывать и не хочет ничего отпускать. Все нормально, паники нет. Месяца вот 3-4, примерно через 3 месяца это происходит. Еще раз, все индивидуально. Приходит такая пора, что вес стоит на месте. Или даже поднимется на пару килограмм. Ничего страшного, уберите панику. Все хорошо, вы все делаете правильно. Нет никаких ошибок, никаких сбоев. Не надо менять питание. Вам уже диетолог ваш сказал, что делать, как себя вести. Продолжайте кушать так, как вы кушали. Ничего не меняйте. Хотите что-то уменьшить? Ну, психологически, если вам это поможет, уменьшайте, но это не надо. Потому что обычно в течение года, как минимум, вы будете терять вес. И кроме этой одной остановки, еще бывают промежуточные такие небольшие остановочки на недельку-две, что тупо неделю-полторы у вас тупо вес стоит, вот вообще плато такое, плато, эффект плато вроде называется на русском, что тупо вот вес стоит, и даже может чуть подняться, это нормально. Не паникуйте, вы все делаете правильно. Проблема не у вас, проблема в организме, что он вошел в стресс. Иногда бывает пару дней, иногда недельки полторы-две, бывает, все бывает, продолжайте. Есть, так как вам сказал ваш диетолог, и вы увидите, что вес через некоторое время пойдет вниз. Это был небольшой лайфхак от Жени из Израиля. Продолжайте худеть, будьте здоровее, красивее, берегите ваш и ваших близких. Всего хорошего, пока.